Добрый день, Чаловы, пасека Ярик. Вот привезли Сергею ульи, заселенные семьями. Четыре расплода. Здесь это рутовские. Четыре расплода. Так, Сергей будет водить на руте. Мы будем водить. Это жарко им было. Плюс магазины. Так, ну вот я без маски. Ну вот. А эту заправь. Кого? Сетку-то она заправляется вот за этот. Вовнутрь, что ли? Наружу, наружу. Наружу. Наружу вот так. Вот молодой пчеловод. Звать Сергей. Ярославская область. Решил приобщиться к пчеловодству. Вот пчелы у тебя уже. Мы их поставили. Вот они с машины поблетеют. Потом поставишь литки вот так вечером. Успокойся сейчас. Пооблетятся, подышатся. Здесь такая береза стоит. Тенечки на солнышке. Вот четыре улья. Улья Ярик поплыл. А это на руте. Дальше мы будем ставить магазины. Все рамки матки прошлогодние. Родиться не должны. Ну чего, мечта твоя сбылась? Да, начало положено, все начало. Хорошо. Давно мечтал. Так что вот. Мы у него арендуем на базе помещение. Так что здесь всегда. Есть кому подсказать. Есть кому подсказать, да, и снабдить сразу же. Нужным материалом. Да. Недостающим. Ну вот пока дымарь да костюм. Все остальное все подойдет на этой неделе. Ну вот вроде все. Всем пока, удачи. Такие ульи мы производим. Улей Ярик.